Всем привет, друзья, канал Масалин. Работает у нас Шкода Октавия. Мобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Разобрали краткий обзор. Пол в салоне кое-где вибропластом обработан. Крышу смотрим, голый металл. По дверям небольшие квадраты проклеены. Пол в багажнике также кое-где обработан. Задние арки, небольшие куски проклеены. Владельца не устраивает данная шумоизоляция. Подготавливаем поверхность и приступаем исправлять. Так, друзья, закончили клеить вибропласт на Шкоду Октавию. Проклеили пол в салоне. В дверях нанесли первый слой вибропласта. Начинаем 3 мм. Второй слой приступили наносить мембранную шумоизоляцию. Интегра 6 мм. Проклеена крыша. Проклеен пол в багажнике, задней арки. Продолжаем нашу работу. Друзья, закончили клеить шумоизоляцию на Шкоде Октавия. Проклеена у нас мембрана шумоизоляции пол в багажнике. Раптор 4 мм, мембрана наносит на задней арке и пол в салоне. Титан 8 мм. Skyline 7 мм проклеили на крышу. Третий слой нанесли в дверях вибропласт, толщина его 2 мм. Четвертый слой заключительный клеем на дверные обшивки. Уплотитель эксперт 15 мм. Мобиль готов, собираем, проверяем. Ставьте свои комментарии. Всем пока.